Праздник, объединяющий всю страну. День России отметили 12 июня. Праздничные мероприятия прошли в городах и районах. От Калининграда до Владивостока. Не исключением стал и Щелковский район. Для нас это действительно праздник, для нашей фабрики. И хотим, значит, весь коллектив, кто не смог подойти, поздравить с этим праздником, Днем России, поздравить всю Россию с этим праздником. И вот наше большинство, оно доказывает, когда наша Россия едина, мы непобедимы. То есть всех-всех с праздником. Щелкоткарская фабрика, ура! Все от мала до велика, люди совершенно разных возрастов и профессий. Более 1200 человек собрались на площади Ленина. Именно она стала центром торжеств в Щелковском районе, посвященных Дню России. Не испортила настроя и переменчивая погода. И мне хочется пожелать каждому из вас, чтобы в нашем доме, нашем общем доме, всегда был мир, благополучие, достаток и счастье. А в счастливом доме всегда будут расти счастливые дети. Мы всегда находили возможности для того, чтобы сплотиться и выстоять перед любыми невзгодами, перед любыми врагами, показать свое лицо. А в первую очередь показать свое великодушие, которое всегда победит зло. С Днем России! Всех нас! Ура! Нам есть чем гордиться, и нам есть что защищать и что приумножать. От труда каждого из нас, от гражданской позиции зависит, будет ли Россия в будущем сильная, как она была веками. Будьте здоровы, с Днем России! Они понимают будущее за ними. В торжественной обстановке юным жителям Щелково вручили паспорта ребятам, которым не так давно исполнилось 14 лет. Для меня значит, что это переход во взрослую жизнь. Ну да, где-то так же, что-то ответственность какая-то получается теперь. В праздничной атмосфере вручили и значки ГТО молодым людям и девушкам, которые прежде доказали, они готовы к труду и обороне. Довольно-таки не тяжело, мы в спортивной подготовке были. Золотой значок ГТО дает балл для поступления в институт, и это очень значимо. Гостей праздника в этот день концертными номерами согревали творческие коллективы Щелковского района. Атмосфера царила необыкновенно теплая и душевная. В едином порыве щелковцы все вместе отмечали один из главных государственных праздников. Мне нравится все, и этот праздник, ну, очень важный для всей России и вообще для всей страны. Дарья Снегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».